Жители Коростова штурмуют водную преграду на машинах. Глубина брода достигает 30 сантиметров. При малейшей неосторожности автомобили глохнут и застревают посреди водной глади. В социальных сетях сообщается, с каким трудом жителям села и дачникам, имеющим здесь дома, удается пробираться к своим жилищам и добираться до города. Тем не менее, люди привыкли к половодьям в этих местах. И преодоление водных преград печалит далеко не всех. Длина потопленного участка около 100 метров. Дорога Шумыш-Коростова все еще находится под водой. Сотрудники МЧС отметили габариты проезжей части, чтобы автомобилисты, рискующие форсировать разлив, не съехали с дороги. Во всех населенных пунктах, которые прерваны прямое сообщение, организовано дежурство полиции, сотрудников пожарной охраны, скорой медицинской помощи. Для обеспечения безопасности у места перелива автодороги организован спасательный пост, на котором дежурят спасатели и пожарные.